Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4. Урок 8. Рассмотрим картинку. В первом мешке находятся буквы S, O, N. Наша задача положить эти же буквы в другой мешок, а во втором случае буквы S, O, N мы должны положить в мешок так, чтобы между мешками нельзя было поставить знак «равно», а был бы знак неравенства. Поэтому в слове «сон» содержится три буквы русского алфавита – S, O, N. Эти же буквы мы положим во второй мешок, только в другом порядке – N, O, S. И получится слово «нос». В примере «Б» в первом мешке лежат буквы «С», «О», «Н». Во второй мешок мы положим буквы «К», «О», «Н», так как между мешками стоит знак неравенства. Здесь буква «С» в первом мешке, а во втором мешке буква «К». Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.